Да, всегда интересно выступать после позитивного комментария коллеги. Знаете, я скажу, об этом будет один у меня сегодня слайд. Вот как по итогам прошлого года рынок, например, кредитования сабпрайм, он просто пропал. Мы смотрели, перетекли коллегам из микрофинансов, на самом деле никуда потребности клиентов в кредитовании взаимных средствах не пропали. Просто кредитование 99% банков закрыло. И хотя Сбер показывает, что кредитование уменьшилось на 3,8%, они считают в целом и ипотеку, и те кредиты, которые были обязаны были выдать, просто одобрены, или там, сделку подтверждали риэлторы. А мой комментарий в цифрах будет очень простой. По итогам этого года мы увидим, что будут банки внимательнее расти по сегментам. Мы видим, что банки, работающие на рынке, например, клиентов премиум, или там ближе к affluent, они кредитуют и продолжают. Единственное, что у них увеличились, это кредитование не массовое, это кредитование под залоги с выездом, с оценкой за оценкой залогов и так далее. Но кредитование живо. Если посмотреть на другие направления, я все-таки сторонник того, что банки будут внимательнее смотреть на комиссионный бизнес, и там нет идеального комиссионного продукта, какого-то философского камня, который можно вот найти и на этом сразу зарабатывать, как на кредитовании. Я сторонник того, что самый главный комиссионный продукт – это хороший сервис. Но единственное, что банков, которые умеют упаковывать хороший сервис, комиссионный продукт, на рынке я знаю два, и они у меня в презентации тоже будут. Пресейл презентации. Спасибо. Влад, может быть, у вас...